Вот к добавлению моему видео о супах в Америке, огромному выбору, вот к страдающим, тем, кто не могут найти русские продукты, вот в каждом магазине есть большом такие вот отделы, как International Food. Вот это вот Publix, и вот, допустим, здесь почему-то в кошере, ну, whatever, есть, допустим, Buckwheat, это гречка под названием каша, пожалуйста. То есть в американских магазинах все есть товары абсолютно. И здесь получается сколько? 4,89 за 369 грамм. Даже в русский магазин не надо ехать. Или вот, пожалуйста, как? Все, что угодно. Вот, пожалуйста, большой выбор черного хлеба. Это немецкий, но это вот прям как русский такой ржаной черный жирный хлеб, как бородинский, да, тяжеленный. На нем квас, кстати, шикарным получается. Вот, пожалуйста, выбор котлет киевских, 5,15 за 2 штуки. Они в духовке делаются, они сырые, с разными начинками. Вот сейчас вторая в подарок идет упаковка. Вот здесь же какой выбор кефира. И клубничный, и какой хочешь. 475, там сколько? Больше литра, по-моему, в районе литра. Докторская колбаса, тоже большой выбор. Еще есть отдел, где вам отрезают от, ну, общей палки, да? Вот они, сырки, пожалуйста. Они называются Greek Yogurt Bars. 2 за 8. Вот выбор гарниров, допустим, пюре. Вообще американцы, по-моему, считают пюре своим блюдом. Разные паштеты, немецкие и так далее. Вот на закусон огурцы малосоленые. Также есть обычные сильные засолки. Вот лучший творог, $3 за 213 грамм. И вот он именно такой, не зернистый, а вот прям творог-творог такой от бабули. Уже в Паблексе. Часто бывает 2 за 5. Вот овсяное печенье. И с изюмом, и с шоколадом, и классическое. Вот масляное печенье, как в садиках давали. Вот сгущенное молоко жидкое и вот концентрированное. Именно вот прям как русская сгущенка. Но опять же, американцы считают это своим продуктом. Вот капуста квашеная с яблоком. И вот такая ядреная капусточка, тоже немецкая, но такая, как русские любят.